В резиденции Путина установили дезинфицирующий тоннель. Ну, что можно сказать? Туннели в медицинских учреждениях на Западе устанавливают. Да? Ну, кстати, не во всех. Не во всех, представляете, медицинские учреждения, во всех, только в хирургии в основном. Да? А здесь вот как в хирургии, то есть это такой больной, похоже, уже разлагающийся Путин, к нему дезинфицирующий туннель. И в Кремле сказали, что такие. Их даже, в Кремле их даже две штуки установлено, сказал Песков. Очень порадовался этому. Они даже не понимают, насколько они ничтожные, да? Трусливые, ничтожные. Помните фильм про Пирогова или какой-то врачик, идет холера, и какой-то врач там, ну, высоко сидящий чиновник, а перед ним жаровня, он через эту жаровню разговаривает, чтобы не заразиться холерой, да, вот, хотя холерой так невозможно заразиться. Вот это вот Путин очень напоминает, очень сильно. В Госдуме предложили ввести генетический скрининг россиян. Видите, какая прелесть. Путин рассказывал, как там с генетикой все нормально. И вот они теперь будут скрининги проводить россиян. Генпрокурор заявил о высокой угрозе терроризма в России. Но это мы и террористы. Это я вот как раз в списке экстремистов и террористов. Действующий террорист. Я у Путина числюсь. Понимаете, обо мне вот как раз эта сука говорит. Понимаете, о тех людях, которые хотят избавить Россию от Путина. Кстати, напомните, я сегодня не смотрел, какой там номер в списке действующих экстремистов и террористов сегодня у Мальцева. Какой? На каком номере? Артисты, блядь. Патрушев заявил, Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание россиян. Патрушев, это будет счастье твое, если бы Запад внедрит неолиберальные догмы. Не будет никаких неолиберальных догм. Все догмы, связанные с дикостью, все догмы, связанные с отнять, поделить и покарать вас, пидоров. Вот с этим связаны все догмы. Никаких неолиберальных догм не будет. Ни одной. Нашел он неолибералов, блядь, среди россиян. Ватники, блядь, неолибералами. И вон там неолиберал храм отжимает, блядь, вот с этими казаками. Вот такой поп придет. Такой тебе неолиберализм Патрушев покажет. Ты охереешь, блядь. Или в бане сожгут, блядь. Или в избе, в смысле. Или на кол посадят, да? Как минимум. Потому что они могут еще что-нибудь интереснее придумать. Я уж не буду подсказывать. Но я бы на их месте придумал.